Из-за непогоды закрыты 4 участка автодорог в 3 областях Казахстана. В Акмолинской области ограничено движение для всех видов автотранспорта по автодороге Жезказган-Петропавловск и участки от Костанайской области до Державинска. Один участок закрыт в Карагандинской области и еще 2 в Костанайской. На расчистке дорог, по информации пресс-службы «Казавтожола», работают больше 1000 человек и 600 единиц спецтехники.